Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение игры, которая называется One Shot. Ника, я вернулся. Ха-ха, Любасян, добро пожаловать обратно. В общем, мне в комментариях написали, и пост написал, что нет никакой логики, понимаете? Нет никакой абсолютно логики в плане вставления этих линз. Вот, и просто там нужно вставлять по очереди. Вот, так что мы просто встанем... Пост нам немножко время сэкономил, спасибо ему за это большое. Как может быть даже немножко, полчасика точно сэкономил. Кофемашина, которая почти пуста. Неразрешенный вход. Для дальнейшего доступа требуется библиотечная карта. Постойте, чё? Для дальнейшего доступа требуется библиотечная карта. Тем не менее, у меня ее нет. Где я могу достать такую? Это вопрос для главного библиотека. Джордж, позвольте позвонить ей. Так она же не слышит нифига. Вы серьезно? Товарищ робот, вы шутите? Надеюсь. А? Может быть, мы проскочим, пока он звонит тупо. Бум. Она не берет трубку. Я уже это поняла. Вы уверены, что не можете просто позволить мне пройти? Позволение вам пройти библиотечные карты не входит в мое программирование. Чё? Даже в чрезвычайной ситуации? Мое программирование не гибкое, понимаешь? Я не был приручен. Эх. Ну, Басяныч, это робот настоящий. Так, может быть, с ней пообщаться? Это моя третья чашка кофе. Я не чувствую своих конечностей уже, а? Но я не должен спать. Нужно выяснить, как заканчивается эта книга. Будь проклят автор его красивые захватывающие рассказы. Блин, а мне нужно где-то библиотечную карту найти, да? Знаешь, что целую вечность искал, так это было все такое, было бы все такое. А мне, может быть, у кого-нибудь у них взять библиотечную карту? Да не, я не хочу, хочу с ней пообщаться. Я не видела супергероев в этом мире, но видела много роботов. Но думаю, роботы более правдоподобны, чем сверхспособности. Правда? Ну, библиотечный клуб там, книжный клуб вернее. О, книжки с картинками, те же. Я люблю картинки. Мне просто нравится разглядывать картинки. Мне тоже. Блин, где библиотечную карту найти? Может, библиотечная карта находится... Пусть так мы вставляем эти штуки, то есть... Фото эти элементы вставляем, да? И когда вставляем фотоэлементы, быстрая смерть обещает наименьшую боль. Ты согласна? Согласен. То есть, смотрите, мы вставим эти света, ой, то есть, ну, линзы, да? И там библиотечная карта выскочит, может быть. Толстая прямоугольная. Вначале идет толстый, потом идет вогнутый, потом идут тонкая, ну и соответственно потом идет изогнутая. Ну я так примерно как-то так ставил, да? Плюс-минус. Здесь есть слот. Похоже, оттуда может выйти бумага или что-то подобное. Ух, сыр! Ауч, мои глаза! Точно удостоверение библиотечной карты, да? Это фото меня? Мои глаза всегда такие большие? Фото Ника. Ну, в принципе, это может сойти за... карточку, да? Ну, чисто теоретически так. Это же может за карту сойти, нет? Давайте попробуем. Значит, я предполагаю, что вы не даете библиотечные карточки. Я только разбираюсь в передаче книг. Людей, которые уже обладают картами. Чтобы привести карту, вам понадобится связаться с главным библиотекарем Джорджем. Позвольте позвонить ей. Не надо!
Так, ладно. Блин, а где же мне карточку добыть тогда? Не кошка, да? Я понимаю, что не кошка. Где он может меня распечатать? Или как он ее может меня распечатать? Мы уже читаем. Ничего нового, к сожалению. Я пройти не смогу, да, опять же. Ну да, 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 все, 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 все. На всякий случай со всеми пообщались. Так, на всякий случай чисто. Она просто посмотрела на меня. Не думаю, что мы должны беспокоить его, Нубасян. А я думаю, что должны. Я не имею в виду, я не думаю, что многие люди видели его лично. Или знают, как он выглядит. Однако все слышали о нем из чужих слухов. О, но он однажды ответил на мое письмо, представляешь? Я получила его немедленно! А, неплохо. Я догадываюсь, почему библиотека всегда так плотно размещена. Это медленный день, заметь. Медленный день? Это как понять, медленный день? Здравствуй, человек, привет. Перескладывание в процессе. Пожалуйста, следите за потенциально падающими книгами. Что-то мне кажется, что тут надо что-то, блин, сделать по-другому все-таки, да? Короче, все не очень хорошо в этом плане у меня. Это уже очевидно. Я застрял. Я тупо застрял, по ходу дела. Нужно как-то где-то сделать карточку библиотечную. Вечерние новости, вечерние новости! Вы здесь, чтобы купить копию газеты? Нет. Газеты для взрослых. Взрослых? Да! Что это значит? Это значит люди, которые не дети. Дети? Ты не ребенок? Я робот. Ладно. Уличный фонарь. Ну да. Обычный уличный фонарик. Самое обидное, то что, блин, вообще как-то не очень... Ну, скорее всего, какая-то локация еще должна быть, да? То есть, возможно, в куче мусора найдется какая-нибудь выброшенная карта. Любопытный рисунок на стене, похожий на барашка. Так, где вы нашли все этих кошек? Они сами меня нашли. Тому я остаюсь здесь. А, по крайней мере, хорошо, что вы не один. Я встречал некоторых роботов в других местах с самих собой. Я чувствовал себя плохо. А с роботами все в порядке, не переживай. Мы не такие, как люди. Мы, как правило, не способны чувствовать одиночество. Ну да. Но вы говорите меньше как робот, чем большинство других роботов, которых я встречала. Возможно. Немногие люди часто посещают эту часть переулка. Хоть несколько таких есть. Один из них даже живет здесь. Понятно. А кто тут может жить? Интересно. Кто в этом переулке, в принципе, может жить? Бедный робот в этом пространственном временном сдвиге находящийся. Куча фонарей, здесь лежит записка. Мне говорят, спасибо, что так усердно работаешь, мистер Фонарщик. Мистер Фонарщик, что за книги, я уже не помню, а это словари. Большая книга, в которой говорится, как понимать роботов.
Блин, обидно, конечно. Очень обидно, я бы сказал. Эй, малыш, хочешь суп с пельменями? Они гарантированно содержат только минимальное количество продуктов промышленных. Да, все, понял. Не знаю, я просто общаюсь. Может быть, с ней надо пообщаться? Ну, Басян и я починили камеру. О, отлично. И? Я думал, что мне что-то скажет. Я тебе помогу. Может быть, стоит зайти внутрь все-таки еще раз. Ох, сыр. Мои глазки, да? Хорошая фотоника, Зачем мне несколько фот? А я могу еще одно фото сделать, интересно мне или нет? Так можно делать фото до посинения, на самом деле. Их достаточно ведь так. Может быть, четвертое сделать, и после этого что-то произойдет? Или это можно делать до бесконечности? Ну, удачи. Эх, мне удача ваша не поможет, понимаете. Я в каком-то замешательстве. Впервые в игре я не то, что, ну, я мог бы что-то там неправильно искать, да, не в том месте. Но у нас всегда был план дальнейших действий. То есть в этом плане у нас был всегда план какой-то, куда дальше идти. Сейчас у нас тупо нет никакого плана вообще. Вообще никакого плана нет, куда идти дальше. Привет. Что там, подожди, за вечерние новости? Вечерние новости. Ну, Басян в настоящее время разговаривает с новостным ботом номер 28, которым являюсь я. Здравствуй, Нубасянка. Привет. Неужто мы всю серию сегодня будем просто бегать непонятно куда, непонятно где и когда? Это библиотека, да? Я тупо не понимаю, что делать дальше. Это очень странно, конечно. Во-первых, 4 фото — это, конечно, глупость, на мой взгляд. Я понял, нельзя пройти, я не собирался проходить. Чем с этим фото делать, я не понимаю.
Был бы компьютер, я могу что-нибудь напечатать там, да? Нам нужно, фото есть, нам нужна какая-то, то есть, другая часть карточки, то есть. Как удостоверение, не знаю, клуба библиотечного, если так можно сказать. То есть нам нужно что-то, чтобы отпечатать тоже рядом, там, что-то типа этого. Других вариантов, для чего нужна фотография Нику, я не знаю. Но с другой стороны, я не знаю, куда идти дальше. Вроде я был везде. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я был везде. Это очень странная, конечно, вещь, которая сейчас у нас происходит. Может быть, наверху нам нужно что-то сделать. Вспоминаю Нубасян. Есть ли у нас что-то, что можно сделать наверху? Можно пообщаться с тем большим роботом, который говорил насчет библиотеки, и спросить у него насчет карточки, да, возможно. Что еще можно сделать? Что еще можно сделать, я не знаю. Можно сходить к растению, к этому, посмотреть, что там с растением случилось. Привет снова, а ты нуждаешься в помощи? Да. Понятно, ничего нового мне не скажет. Очень маленькое растение, да уж. Лежит на поверхности, вот совсем-совсем вот на поверхности, мне кажется. Апартаменты, кафе. Ну не бойся спрашивать, если ты голодная, я буду счастлива сделать что-нибудь для тебя. И машина почти полная. Понимаете, если бы я мог бы взять кофе, например, и дать тому чуваку, который в кофе нуждается в библиотеке, но кофе я взять не могу. В чем главная беда моя в этом плане? Мы должны идти дальше, Нубасян. Да знаю я, что мы должны идти дальше. Офис. Добрый день, твое время здесь драгоценно. Пожалуйста, дорожи им, хорошо? Компьютер выключен, да. Маленький экран посередине этого тяжелого экрана. Да, все сложно в этом плане. Это просто бесконечное перемещение. Попробуем зайти в апартаменты. Может быть, мы найдем того или кого-то. Нужна карточка библиотечная, всего лишь навсего. Может быть, фотография нам и не нужна сейчас, вот именно для прохода дальше. Пока ничего не изменилось. Ох, загадка, загадка, загадочка. Что, тебе не нравится играть в убегает робота-убийцы? Ну, по крайней мере, мне весело, когда я играю с ним в это.
Ничего, к сожалению, нового, ничего, к сожалению, нового мы не видим, да? Может, есть библиотечная карточка? Наверное, мне стоит надеть намордник на Бетси. Да стоит, конечно. А то Бетси все свои растения твои пожрет. Просто покатались, я не знаю. Ну что, до этого было все понятно. Что приблизительно мне искать, да? Что нужно искать, когда искать. А, то сейчас абсолютно непонятно, что искать. Это, конечно, малость напрягает мой разум. Малость мой разум напрягает. Может быть, я пропустил какую-то небольшую деталь. Может, я пропустил где-то просто валяющееся удостоверение клуба библиотечного. А может быть, нам нужно просто ждать, пока эта гадина от работы отстанет. Все-таки услышали звонок или спуститься вниз? Вряд ли, конечно. Блин, ну тема очень непонятная для меня. Дико для меня непонятная. Заперто изнутри. Я думаю, что я спокойно пройду выше, поговорю с главным библиотекарем, и он мне расскажет, что делать дальше. А получается, что, видите, мы застряли в каком-то непонятном месте. Не то, что в непонятном месте, мы застряли в вполне понятном месте. Другое дело то, что я не понимаю, как дальше пройти туда. Я не вижу нигде карточки библиотечного клуба, что были разбросаны. То же самое, самое логичное именно найти просто карточку, да, которая где-нибудь валяется. Или которую кто-нибудь выкинул бы. Например, вот этот тип, которому вообще плевать. Насчет быстрой смерти. Взял бы, отдал бы мне свою библиотечную карточку, если у него она есть, конечно. Другое дело, что, скорее всего, у него нету библиотечной карточки. Может быть, какие-то закоулки я не исследовал, а? Мусорный бак, мусорный бак. В мусорном баке, может быть. Кто-нибудь выкинул свою библиотечную карточку, а? Такое же возможно, чисто теоретически. Там, где нарисован баран, это какой-то клуб ночной, да? Похоже на дверку. Рисунок барана. Рисунок барана. Ну-ка, погодите, а если я возьму, выберу лампочку и кликну на барана, может быть, на него осветить надо как-нибудь, нет? В этом закутке только кошки.
кошки и заботливый робот, который предлагает всем остаться рядом с кошечками, да? Мешок с мусором, мешок с мусором. Мусорный бак. Мусорный бак, мешок с мусором. Мусорный бак. Мусорный бак. Мусорный бак. Пожалуйста, не понятно все. Можно подняться еще вот тут. Вау. Здесь никого нет. Ну да, тут была лиса, и насчет этого мне уже подсказали немножко. После игры мы узнаем что-нибудь интересненькое. Мистер Фонарщик. Разбитое стекло в урне. Нам тоже оно не особо нужно. Ну, получается, я был везде. Получается, что я был везде тогда. Уличный фонарь, который кажется более высоким, чем другие. Ну, совместить перо с фотографией, это было вообще так глупо, ну, ну ладно. Можно было попробовать хотя бы. Может, были, погодите? Да, были или нет? Не были. Вау, мы нашли новый проход, ребят. Друзья, товарищи, мы нашли новый проход. Это офигенно. Все-таки, блин, если долго мучиться, что-нибудь получится, да? Мы нашли новое здание. Индекс люминесцентности жидкого красного фосфора снизился на 3,57% на прошлой неделе. Тревожно, мягко говоря. Это самый резкий спад, что я видел, и цифры только увеличиваются. Нам придется сконцентрировать фосфор, чтобы у него было хоть какое-то применение. Это сложно поверить, но есть высокий шанс того, что город лишится света минимум на 6 месяцев. Что мы будем делать? Да уж, куча слов на экране, не понимаю ни одного из них. Очень-то ученый. Ученый. Ученый, кот моченый. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим. А в следующей серии мы уже будем разбираться с этими зданиями более подробно. Спасибо огромнейшее всем, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока-пока.